Ну, мне жаль, что так получилось. Если бы в моих силах было взять Путина за одну половину жопы и за другую разорвать его на две части. Если бы он у меня был здесь, под рукой, блядь, я бы так и сделал. Но его, сука, нет здесь. Поэтому я потом это сделаю. Но сделаю обязательно.